Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Механика решения задачи, равномерное прямолинейное движение. И обратите внимание, здесь появился значок, вот здесь вот наверху, ЕГЭ. То есть, я эти задачи беру из различных источников для подготовки к единому государственному экзамену. Поэтому, если вы вместе со мной перерешаете все эти задачи, я вам гарантирую, что вы получите очень хорошую оценку. Ну ладно, давайте посмотрим, что это за задача.